товарищ, на себя со стороны, если бы я не коллега и слезал с кровати вниз, я к тому, который слева просто глотку перегрыз. Умолял сестричку Клаву показать, какой я стал. Был и сосед, что справа, он бы правду мне сказал. Поэтому, как говорят, подарок в денежном выражении. Мы вам дарим. Вы внесли вот в струю работы вот этой организации, она называется «Ветеранс-ГАУ», общественная организация «Ветеранс-ГАУ». Что-то новое, то, чего нет в других организациях. И мы всем юбилярам дарим бальзам. В данном случае это рижский бальзам. Ну, Адольф Павлович, вы заварили эту кашу, вы ее расхлебываете. Адольф Павлович, налей, Женя Панин, налей, нашим дамам много пополней. И не ныли, налей, и не нули, налей, Вера Ивановна, обними друзей. И сегодня юбилей. Пошли домой. Это такой день, когда советский народ в свое время, русский народ отмечал, и отмечал от всего сердца. И не чокаясь, просто помолчим и вспомним наших ветеранов. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. Не созданы мы для легких путей, и это повадка у наших детей. Мы с ними выходим навстречу ветрам, навстречу ветрам, поверь, не достанется нам. Человек очень многое делает для нормальной, успешной работы нашего совета. Традиционный подарок. Это уже в рабочем порядке, в домашней обстановке можно. Сегодня мы собрались, понятно по какому поводу. Юрий Владимирович, весь коллектив готов к тому, чтобы прилюдно вас поздравить. Вот сегодня собрались, чтобы, как это называется, за чашкой чая, вот за символическим названием, поговорить, пообщаться. По уровню подготовки учителей школ, особенно по точным наукам, педагогические вузы настолько опустили требования, что учителей математики, физики, информатики надо переучивать. Вот чуть-чуть полшага сделать назад и вернуться все-таки к нашей ветеранской организации, то я должен сказать, что вот такая организация, как у нас в университете, вы знаете, наверное, в городе надо поискать. И такую мы еще вряд ли найдем.